Всем привет, меня зовут Иван, я SEO-специалист компании ВЗО. Я тестировал карту Тинькофф Драйв. Тестировал я ее, потому что я являюсь активным автолюбителем. Большая часть моих расходов уходит на автомобиль, на обслуживание и на заправку. Оформление Тинькофф все происходит онлайн, то есть курьер сам приезжает к тебе домой. С какими трудностями я столкнулся? Ну, во-первых, мне привезли не ту карту, то есть я заказывал карту именную в фирменном дизайне. Еще раз покажу. А, привезли карту обычную черную, не именную, которая даже называлась Black, но с условиями Drive. А так больше проблем не было, все достаточно удобно, сделано вовремя. Курьер предупреждает перед тем, как приехать. Но за счет того, что они напутали с картой, 7 из 10. Так как мне привезли не ту карту, общался я с работниками службы поддержки достаточно часто. Работают они довольно оперативно, отвечают оперативно. Ну, вопросов никаких не возникло у меня лишних. 10 из 10. Сразу оценю его на 8 из 10. Приложение в целом удобное, интуитивно понятное, для неопытных пользователей идеально подходит. Вопросов не возникло, но единственный минус по работе с приложением — это оплата ЖКХ у меня возник. Приходится самому вводить сумму, которую ты задолжал управляющей компании. То есть тебе заранее счет никто не выставит, можно ошибиться, неудобно все это реализовано. Ну а так, в принципе, приложение хорошее. Я пользовался всеми возможными видами услуг, можно так сказать. Но так как у моих друзей у всех оформлен Тинькофф, у родных и близких, то есть как бы, ну, особых проблем не было по переводам по комиссиям. СБП подключилось легко и просто. Банкоматов, ну, на мой взгляд, достаточное количество по городу, то есть проблем с доступностью не было. Я снимал деньги не в банкомате Тинькофф, тоже процентов не было. То есть никаких сложностей с этим сейчас нет. 10 из 10. По карте предусмотрен кэшбэк, но сразу скажу, что он начисляется не рублями, а бонусами. То есть там получается 10% на топливо, 5% на автоуслуги кэшбэка. У карты есть одна особенность, она заключается в том, что не все баллы ты сможешь потратить. При оплате топлива коэффициент будет 1,5, то есть на 1000 рублей ты можешь заправиться на 750 рублей на самом деле. Автоуслуги, оплата штрафов, автомоек и так далее оплачивается один к одному, то есть сколько ты потратил, столько ты можешь вернуть. Деньги я возвращал, все работает. За год использования карты, ну, накопилось достаточное количество бонусов, я считаю. Но я вначале не сильно активно пользовался этой картой, сейчас полностью на нее перешел. Каждый месяц около 1000 рублей назад приходит. То есть как бы это удобно. Чтобы получить эти бонусы, ты должен потратить на обычные покупки в два раза больше, чем на топливо и автоуслуги. Это является таким камнем, минусом, я бы сказал. 8 из 10. Я и пользуюсь и по сей день активно. То есть это, наверное, само за себя говорит. Мне удобно, комфортно. Ну, 8 из 10. До 10 баллов не хватает из-за того, что эта карта не универсальная, сделана именно для автолюбителей.